Здравствуйте, приветствую вас на канале Креселбург. Сегодня у нас на обзоре коляска с рождения 2 в 1 Carella Optima. Кстати, очень отличное соотношение цены и качества. Я бы сказал, что коляска практически идеальна. Начнем с плюсов. Во-первых, огромные проходимые колеса, большая прослойка пенополиуретана в них, то есть они мягкие и ездить будут очень долго. Вместительная корзина, есть на корзине дополнительные замки, то есть которые можно расстегнуть, и она у вас увеличивается. Корзина рассчитана до 3 кг. Кстати, хотелось бы отметить очень эксклюзивный дизайн, несмотря на то, что коляска не одна из самых дорогих, ну скажем так, и не из дешевых. Выглядит она очень дорого-богато, скажем так. Все вот эти вот шильдики выполнены очень качественно. Название, то есть ручка кожаная, прострочка, нигде ничего не торчит. Все сделано очень грамотно. Большой капюшон с дополнительной секцией. В лето можно ее застегнуть, закрыть, чтобы он был поменьше. Смотрите, Carella, они даже продумали на случай зимы. То есть вот здесь не какие-то клепки, тут идет магнитик. То есть магнитик есть снизу. И сделали магнитик сверху в капюшоне. То есть на случай ветра вы можете ее раз закрыть. Пожалуйста, смотровое окно, коляска не продувается. Несмотря на то, что коляска выполнена из ткани, то есть корпус у нее идет не пластиковый, она очень теплая. Все замочки аккуратные. То есть вот здесь идет прослойка. Продуваться она точно не будет. Внутри мы видим анатомический матрасик, плотный, принимающий форму ребенка. Все легко снимается на замках, то есть не надо там никакие болты, шурупы крутить. Отстегнули, сняли, постирали. Раз, застегнули, то есть здесь все аккуратно. Ручка телескопическая, то есть под рост можно ее отрегулировать. Все вот эти движения, они очень плавные, нигде ничего не закусывает, нигде ничего не зажимается. Все элементы выполнены такие в виде хрома. То есть дизайн, конечно, очень хороший, эксклюзивный. Сам блок реверсивный, то есть как устанавливается от себя, себе точнее, так и от себя. Но, соответственно, пока ребенок маленький, мы будем перевозить его только к себе. Вот таким вот образом. В самом коробе есть специальная ручка. То есть для переноса можно раз и вот так взять и перенести. Для посадки, высадки она съемная. То есть раз, отстегнули, положили ребенка, застегнули. Можно вообще ее не ставить. Продумали также в лето вентиляцию. То есть, смотрите, у многих колясок бывает такое, что коляска никак не вентилируется. Здесь, во-первых, раз замочек, появляется сетка. Во-вторых, два, отстегиваем замок, также сетка. То есть коляска будет полностью продуваться, полностью вентилируется. Очень качественный материал. Скорее всего, он не будет ни выцветать, ни выгорать. Он такой плотный. Какая-то, как я не знаю, как мешковина какой-то такой, прям похожий очень сильно. То есть в коробе мы ездим до 6 месяцев примерно, потом приобретаем прогулочный блок. И, кстати, складывается она отдельно. Ну, соответственно, как у любых колясок, 2 в 1, 3 в 1. Убираем короб. Складываем ручку вниз и складываем ее одной рукой. То есть достаточно взять за вот этот вот, за эту ручку, нажать кнопку и потянуть ее на себя. Все. То есть никаких больше действий вам делать не нужно. Коляска компактная, то есть в автомобиль в любой влезет без проблем куда. Также раскладывается. Раз. Все. Вот эти вот суставы выполнены из ударопрочного пластика. Сама рама, она идет алюминиевая. Колеса передние фиксируются на случай грязи, снега. Также у коляски очень удобный прогулочный блок. То есть выглядит он также очень красиво и функциональный в то же время. Реверсивный, устанавливается как себе, так и от себя. В комплекте идет.
накидка на ножки, дождевик, также огромный капюшон, то есть капюшон здесь до бампера, с дополнительной секцией и смотровым окном. И здесь также идут, соответственно, магнитики, которые бесшумные, которые удобные, то есть как клепки застегивать их не нужно. Блок можем поставить как от себя, так и себе. Спинка регулируется. То есть регулируется она, как у колясок премиум класса. Вот она. Раз. Ой, точнее, раз. Два. Три. Три положения. Подножка из эко-кожи. Кстати, эко-кожа здесь такая очень качественная. Она регулируемая. Съемный бампер. Здесь кнопочка, то есть раз, отстегнули, посадили. Также огромный плюс данной модели в том, что с прогулочным блоком она складывается вместе с шасси. То есть нам достаточно нажать кнопку вот сзади, опрокинуть его вперед, вот таким образом, отпустить ручку и вот так вот ее сложить. Все. Для 2 в одном это считается коляска очень компактная, могу вам сказать. И также раскладывается. Разложили шасси, отпустили спинку. В комплекте сумка. Сумка, кстати, это непростая. Она трансформируется в пеленальный матрасик. То есть можем ее расстегнуть полностью. Раз. И у вас получается вот такой вот пеленальный матрас, то есть где-то там поменять подгузник и так далее. У сумки есть дополнительный карман, то есть под мелочь, под всякую бутылочки, кстати, тоже очень удобный. Сама сумка к коляске подвешивается на карабинах. То есть собираем ее обратно. Застегнем до конца. И вот этими карабинами фиксируем ее к ручке. Раз, два. То есть она не мешается. Очень удобно висит. Можно переносить как за ручку, так и, соответственно, переносить ее через плечо. Есть дополнительная лямка. В общем, качество коляски и соотношение цены очень отлично. Дизайн классный, легкая, проходимая. Минусов как таковых я у нее, если честно, за эти деньги не ношу. То есть также есть амортизация, можете обратить внимание. Причем амортизация неплохая. Находимся мы в городе Красноярск. Действует бесплатная доставка по городу, по всей России, отправляем в любой удобной для вас транспортной компании. Также действует безопасная система платежа от Сбербанка.